Продолжаем выпуск. 19 октября по всей стране ежегодно отмечается как Всероссийский день лицеиста. В Твери в этом году праздник отметили по-особому. В ДК «Пролетарка» на главном танцполе состоялся первый пролетарский бал лицеистов. На месте побывала и наша съемочная группа. Первый пролетарский осенний бал лицеистов во многом повторил традиции дворянских балов эпохи Царскосельского лицея. Участники танцевали полонез, вальс, мазурку. Мастер-класс по изучению отдельных фрагментов танцевальных движений провел народный коллектив «Клуб бального танца «Овация». Поскольку ребята приходят мало, умеющие танцевать исторические танцы, поэтому мы прямо здесь, в формате «здесь и сейчас», будем с ними разучивать танцы, и так, чтобы они здесь же могли под музыку это исполнить. Просто мы для них пытаемся создать атмосферу пушкинских балов. Более 40 старшеклассников школы номер 1 города Твери окунулись в эпоху расцвета жизни русского дворянства. Как поделились ученики, участие в осеннем бале для них является новым и увлекательным форматом праздника. Будут танцевать вальс, мазурка, полонез. Танцевать мы не умеем, но будет очень интересно. Организаторы первого бала лицеистов уверены, что рано или поздно мода на балы непременно вернется. А вместе с нею и внимание к культуре и историческим корням нашего общества.